Шарова. Сегодня у нас в выпуске захватывающая головоломка. Бэтмен. Долгожданная стратегия. Бесподобный таймкиллер. Пластмассовый экшен и металлический раннер. Приступим. Monster Said My Birthday Cake – это невероятно красивая и сказочная головоломка от легендарных Cartoon Network. У нашего протагониста Нико день рождения, и намечалась классная туса. Но кто-то очень нехороший украл торт, оставив за собой лишь следы крошек. Заручившись поддержкой пса, мы отправляемся на поиски приключений. Что-то мне это напоминает. Обходи препятствия, решай головоломки и верни пацану праздник. Бэтмен Arkham Origins – это сам знаешь что. Это Бэтмен. Срал я на то, что это файтинг под копирку. Срал на драку с вайпами, и на сюжет я тоже срал. Это игра, в которой мой планшет – это Бэт-планшет, а я – Бэтмен. Пройди 40 уровней и 4 местности, прокачивай комбо и побеждай главарей. И помни, что героями не рождаются, ими становятся в играх. Star Wars Commander – это именно то, чего так не хватало мобильным стратегам. Настоящая стратегия, да еще и по Звездным Войнам. Выбирай сам знаешь какую сторону и покажи всем, в чем сила, брат. Сила в силе. Построй свою непобедимую империю и прими участие в легендарной войне. Disney Checkout Challenge – это симулятор кассира без образования. Созданный компанией Disney, очевидно, для подготовления подростков к суровой жизни. Узнай, как из кассира-стажера стать главным кассиром. Проверь свое умение быстро находить и сканировать штрих-коды товаров. И докажи всем, что ты достоин звания главного кассира. LEGO Ultra Agents – это охренительный экшен про лего-человечков. На город Астор регулярно нападают суперзлодеи, и только вы сможете их остановить командой ультра-агентов. Каждому герою отведена роль в своем уникальном уровне для его уникальных способностей. В игре великолепная стилизация, море экшен-сцен и захватывающий сюжет в стиле крутых комиксов про супергероев. Трансформеры эпоха истребления – это, как вы догадались, раннер по последней части экранизации трансформеров. Твоя задача в точности соответствует задаче Майкла Бэя. Ты берешь трансформера и делаешь как можно больше – бум и вдыщ. Продвигаясь к неведомой цели забега, ты будешь разносить вдребезги десептикретинов и собирать кубики энергона, которые, очевидно, так жизненно необходимы трансформерам. Ну что ж, на этом у меня все. Качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу. Если ты крут, будь крут, бля. Это был обзор от Mob.ua, и я Трэш. До встречи.